Всем привет! А сегодня мы будем слушать Big Baby Tape, BB Team Freestyle называется трек. А, я все думаю, что за BB? Big Baby Tape, BB Team. А, ну может быть. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы в телеграм-канале, что две моих книги выложены на Литрес, и скоро выложится третья. И Максим приглашает вас всех на свой игровой канал. Ну а мы слушаем Big Baby Tape с его BB Team'ом и оцениваем по достоинству или по недостатку. Я держу на себе бэйби чапу и сыра бэйби рошен. Вышел из пита, чтоб делать хлеб. Держу на полке дрожжи, мои белые, я солджи. И плюс мы антисошел, белый был мне должен. Этот смог он не задоджил. Ехал мимо, сделал вайп, и теперь он dead inside. Пару пуль на его жопу, чтоб он чувствовал мой вайп. Да я кор, бэйби хард, видел белых, а не лайт. Белый рэпл, йоа, белый рэпл саупсайд. Слабаки не ходят рядом, ведь я ношу кайф. Они видят, но ничего не могут мне сказать. Я посмотрел на свой нетворк, я заебался, да считай. Мне припевчик нравится. Это песенка про Доту. Это ГГ. Так, друзья мои, все понятно. Короче, песенка про Доту. Я догадалась. Просто потому что... Ну, я вообще, если честно, не знаю, тема раскрыта или нет. Потому что, что там в Доте в этой? Кто ее знает? Итак, значит, что мы можем сказать? Так как я не знаю, раскрыта ли тема или нет, наверное, раскрыта, но так как я в этом ничего не понимаю, единичку дополнительную ставить не буду. Что про слова? Ничего не понятно, 7 баллов. 7 баллов, потому что слова были, но ничего не понятно. А, как всегда, было очень мелодично, очень было вот это ты-ты-ты-ты-ты-ты, как мне нравится у Big Baby Tape. Поэтому я ему поставлю 9 баллов за ритм, и, ну, как бы, соответственно, атмосферно было тоже 9 баллов за атмосферу. Вот, итого 25 баллов мы делим на 3, получается 8,3 балла получает Big Baby Tape за свою непонятную мне доту. Друзья мои, ну вот, если мое поколение не понимает про что, но музыка была хорошая, я, видите, взяла и оценила хорошо.
И перед тем, как мы закроем эту тему, потому что, ну, как бы сказать мне больше нечего, потому что я вообще ничего не поняла, мы продолжаем сегодня шалить, и пока я слушала песенку, Максим выбрал анекдот из интернета, и сейчас его зачитаю. Баянистый. А то ты подумаешь, что... Я не знаю, что такое баянистый, поэтому давай. Шуточка за 300 это называется. Да? Ну, давай. Сарочка, а что ты привезла нам из Парижа? Не знаю, я еще не проверялась. Вот это Сарочка, друзья мои. Любите таких Сарочек? Присоединяйтесь. Всем пока.